В Алматы одна из типографий готовила на продажу сразу несколько десятков тысяч поддельных учебников. Уже в ближайшее время книги по занимательной математике для детей 5-6 лет должны были появиться в магазинах. Но о контрафактном производстве узнал правообладатель и заявил в финансовую полицию. Когда сотрудники департамента по борьбе с экономической преступностью прибыли в типографию, там вовсю шла печать нелегальной продукции. Более 55 тысяч листов уже готовились к переплету. Финансовой полиции рассказали, что право издавать этот красочный учебник принадлежит исключительно типографии Алматы Кытабы Спасы. В настоящее время сотрудниками департамента назначен ряд экспертиз по установлению ущерба, после чего будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье 184 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Получат ли сотрудники типографии условный срок или просто отделаются штрафом, решит суд. На данный момент компания продолжает работать в прежнем режиме.